я не успеха не имела. У меня с самого начала был успех. Я сыграла спектакль Полякова. Это была первая постановка Плучика, он меня там занял. Спектакль под названием «Не ваше дело», с которым приключилась совершенно страшная история, потому что у нас был бедный администратор Евсей Иванович Суражский, который не очень хорошо говорил по-русски, и ему позвонили, говорит, какой сегодня спектакль? Он сказал, не ваше дело. Ему позвонили второй, сказали, это, говорят, из приемной Берии. Какой спектакль сегодня? Он сказал, я вам сказал, не ваше дело. В общем, короче говоря, Евсея увели насильственным путем из его администраторской, и он кричал, афиши, афиши надо читать. В общем, вот это вот спектакль «Не ваше дело». Вот с таким началом, значит, вот был мой первый спектакль. Больше полувека. Успех на лице. Улыбка Аросевой стопроцентно узнаваемая. Такая же часть великой советской мифологии, как прищур Ильича, грузинский акцент Сталина и олимпийские слезы Родниной. Союз Советских Социалистических Республик и Ольга Аросева – почти ровесники. Советский Союз с 1922 года. Актриса всего на 3 года младше – с 1925-го. И у каждого поколения советских людей своя Аросева. Хохотунья из театра «Сатиры», пани Моника из телевизионного хита 70-х «Кабачок 13 стульев» – эпизодическая, но незабываемая невеста, соратница, свекровь, теща, бабушка главных киногероев. Все же улыбка не имеет возраста. С Ольгой Александровной Аросьевой я работал в нескольких проектах, начиная от рекламной кампании по деноминации, когда отбрасывали рубли, там деньги становились теми же, но без нулей, до нескольких концертных программ, в которых я представлял ее как актрису. И абсолютный перевертыш. Смотришь на Аросьеву на сцене, видишь ее в кино и понимаешь, это вовсе не пани Моника. То есть это не та Бабусевич, к которой ты подойдешь, там скажешь, пани Моника, и покажешь на нее пальцем, засмеешься. Только попробуй показать пальцем и засмеяться. Удар будет такой в челюсть нехилый, потому что женщина очень сильная. То ли комедия положений, то ли трагедия. Стопроцентно узнаваемая улыбка Ольги Аросьевой – стопроцентный миф. И он может быть развенчан в считанные минуты при близком контакте. Актриса отказалась от услуг стилиста и гримера. Категорически. Болезненная самостоятельность одинокой женщины. Поначалу было ощущение, как все достало, как все надоели. Ее увлекает, как и любую женщину, процесс. Потом мы увидели замечательную актрису, очень обаятельную, очень работоспособную, артистичную, удивительную женщину. Но я ее спросил, Ольга Александровна, почему вы так не любите телевидение? Она говорит, да я не телевидение люблю, а, наверное, не люблю, а, наверное, себя, потому что надоело в последнее время давать интервью только о том, каким был тот артист, каким был тот артист. То есть принимать участие в некрологах, в теленекрологах. Потому что на самом деле 85 лет, величайшая жизнь в искусстве, огромное количество событий, гениальные партнеры. И когда все это заканчивается, остается только то, что вот провожать всех и вспоминать. А у нас сейчас мода на воспоминания на телевидении. И от этого, конечно, устаешь. А ведь хочется работать, хочется новую роль, хочется новых чувств, хочется новых ощущений, а их не так много. Я ничего не слышу. Если вы так будете говорить, я ничего вас не услышу.
У меня вчера последний был спектакль в Петербурге. И начался отпуск. У меня первый день отпуска сегодня. И я вместо того, чтобы лежать где-нибудь, понимаете, в гамаке, сижу здесь под фонарями и беседую о жизни. Что вас огорчает сейчас? Ну, многое огорчает. У меня, например, собаки не стало, которую я очень любила. Патрика, тут очень я переживаю это дело. Меня огорчает какое-то предательство людское, когда ложь какая-то, обман. Ну, огорчает какие-то, так сказать, предположим, ну, что-то недоделанные какие-то дела. Усталость, здоровье. Вот. А вот вы можете вспомнить, чтобы когда-нибудь в жизни у вас была депрессия вот такая глубокая? Нет. Ну, за исключением там, скажем, с отцом связанной, когда я дневники читала, я чуть не ослепла, потому что я все время плакала и это все себе представляла. Очень, как вам сказать, тяжело мне читать, потому что я все это переживаю заново. Переживаю заново судьбу отца. Фрагменты из дневников отца Ольга Александровна Аросева опубликовала в 2007 году в своей книге воспоминаний. Александр Яковлевич Аросев начал вести дневники регулярно и подробно в эпоху расцвета Сталинской империи, когда говорить вслух стало опасно, смертельно опасно. 19 ноября 1933 года. В большом живом городе один. Был у Орджоникидзе. Говорит, что Сталин меня любит. Быть может. А почему-то все остальные носы от меня воротят. Отторгают из жизни. Делают чужим. А вы знали в детстве, что папа вел дневники? Нет, конечно, нет. Откуда же он 10-летним детям не докладывал, что он вел дневники? А как вы их нашли? Их сберегла моя тетка, сестра отца. Он ей их отдал. На сохранение и сказал, что он понимал, в какое время он попадает. И сказал, когда все кончится, говорит, отдашь детям. И она дождалась, когда отец же был арестован в 1937 году. А когда он был реабилитирован посмертно, мы получили справки. Тогда тетушка меня вызвала в Ленинград и сказала, вот отец тебе оставил. Самое удивительное было то, что это редко вообще бывает, что у меня соединились мои детские впечатления, вот то, что я помню ребенком, когда мне было 10 лет, мне отца не стало, когда мне было 11 лет. И когда я это уже во взрослом состоянии из уст отца то же самое событие, предположим, читаю, как воспринимал это отец, то это, конечно, совершенно вот это срастание своего восприятия с описанием того человека, который при этом присутствовал, а человек – это мой родной отец, это, конечно, давало какую-то, ну, какую-то, я не знаю, необъяснимую связь, что ли, времен. Это трудно объяснить. Это была какая-то такая, знаете, какая-то машина времени, как будто вот это окунаешься в то время, и как-то и это реально очень, потому что это ты. А во время революции ваш отец кем был? Он был начальником штаба вооруженных сил в Москве, потому что он был военный еще царской армии, прапорщиком, привел войска на сторону революции, и ВРК был такой военно-революционный комитет, он был там единственным военным, и он поэтому был начальником штаба. На
Начинается земля, как известно, от Кремля. Бодрые речевки Владимира Маяковского зазвучали зловещим пророчеством в начале 30-х годов 20 века. Серый дом на набережной, дом номер 2 по улице Серафимовича, первый после Кремля. Пешком 5 минут от красно-кирпичной стены через большой каменный мост. Центробежная сила директивно притягивала сюда жильцов особого назначения или ответственных работников, как выражались в то время, когда этот дом был построен и получил официальное название «Дом правительства». Семье Аросевых предоставили две квартиры в одном подъезде. Мать Ольги Аросевой к тому моменту уже ушла из семьи. В одной квартире жила вторая жена Александра Яковлевича Аросева и ее сын. В другой – сам ответственный работник, советский дипломат, и три его дочери – Ольга-младшая. После того, как были обнаружены дневники ее отца, один раз актриса нашла в себе силы войти в серый дом на набережной спустя многие десятилетия, спустя целую жизнь. Я на ту квартиру не ходила. У нас там две квартиры было. Я ходила рядом. Квартиру там живет внучка Цурюпы. Я ее знаю, мы с ней знакомы. И вот ходили в эту квартиру, и я ей там стала рассказывать про какие-то наши детские похождения, потому что там по дворе Малюты Скуратова было, и мы туда ходили, и там скелет прикованный был. И я говорю, сейчас вот, я говорю, никто мне не поверит. Она говорит, да, Ольга Александровна, я там была, я вам поверю, я там сама была. Так что еще вот... Мало кто, но очень редко, но кто-то сохранился все-таки из того времени. А в свою квартиру в ту не заходили? Нет, там болела. Мы позвонили туда, там женщина болела. И поэтому мы не зашли. А какое чувство к этому дому? Хорошее. Это дом моего детства, дом моего отца. Но там никого не осталось. Никого. Вот в нашем подъезде, кроме Цурюпы, никого не осталось. Там арестовывали всех подряд. Каждую ночь из подъезда раздавалось стоны, плача, и кого-то увозили. Там жила элита, вся элита, и когда начались вот эти страшные годы, там всех мало кто остался. В 1937 году Дом правительства получил второе, неофициальное название – Дом предварительного заключения. Из 2000 жильцов 700 были репрессированы. Почти половина. Ежедневно во двор дома въезжал черный воронок и увозил пассажиров по большому каменному мосту мимо Манежа на площадь Дзержинского, в подвалы Лубянки. Для многих это был последний путь. Вашего отца увозили не у вас на глазах? Нет, отец сам поехал туда. Его жену, вторую жену арестовали, и он поехал выяснять, и оттуда не вернулся. Вы долго ждали? Всю жизнь. Всю жизнь, потому что всю жизнь врали. Писали, что он осужден на 10 лет без права перерыскивания, 10 лет ждали. Писали, что он там находится там-то, что он там-то, там-то. Ну, все время давали неверные сведения, а его уже не было в живых. А мы ждали, верили, мы отстаивали с сестрой ночами в очередях, и, чтобы получить сведения какие-то. И только потом, когда уже отца реабилитировали, когда наступили новые времена, мне дали дело. Я была там, я все прочла, настоящую правду. Его уже 10 февраля 1938 года не стало. Вас заставляли отказаться от отца? Ну, когда в комсомол поступал, сказали, что нужно, да, публично отречься, но я не стала этого делать. Я отказалась это делать. И были какие-то последствия? Ведь это... Ну, какие? Нет. У меня такая профессия, что, так сказать, я не физик, не ядерщик, не там что-то. Я артистка. Ну, господи, у меня так... Ну, не брали иногда за границу, там, на фестивале, на кинофестивале. Долго звания не давали. Ну, это так и каких-нибудь таких серьезных репрессий в отношении меня не было. А
что это у них начинается или уже все закончилось? И кто все это подстроил, а? А хоть бы и начиналось. Для нас все кончено. Ведите меня теперь куда угодно. Пойдем, душечка. Тач, я стопроцентная узнаваемая улыбка, безусловная часть советского мифа, так и не получила звания народной артистки СССР. Только в 1985 году с приходом к власти генерального секретаря ЦК Михаила Сергеевича Горбачева Ольга Александровна Аросева стала народной артисткой РСФСР. И сколько должно быть претензий у звезды эпохи к ее эпохе, сколько обид, сколько ненависти. Ольга Аросева родилась 21 декабря в один день с Иосифом Сталиным. В детстве она часто думала об этом совпадении, и отец народов казался ей почти родственником. Она искренне любила человека, который впоследствии уничтожил ее родного отца. Маленькой девочкой она писала Сталину письма, посылала цветы. Младшей дочке своего ближайшего соратника вождь не ответил ни разу. 9 марта 1953 года советский народ проводил в последний путь товарища Сталина. Центр Москвы перекрыт. Страшная давка на Трубной площади. Люди распяты на телеграфных столбах. Сколько жизней унес мертвый вождь, советская статистика безмолвствует. В тот день Ольга Аросева и не думала присоединиться к скорбящей толпе. Но тот день ей не забыть. Я жила на Самочёке, и я шла из театра по Петровскому бульвару. А народ шел туда, на Пушкинскую, заворачивал в колонный зал. И я шла по деревьям и по этим самым, по бордюру этому. И меня чуть не раздавили, я попала в больницу. Вот, и я не была на похоронах. Я как раз поперек шла, люди шли вот туда, в колонный зал, а я шла вниз на Трубную. И меня чуть не раздавили. И в больницу серьезно? А? В больницу серьезно? Надолго или нет? Ну, я не хотела бы это говорить в медицинские термины, но серьезно. Когда толпа ее буквально затоптала, она в тот момент была беременна и ждала ребенка. Это как пережить? Об этих драмах многие предпочитают молчать. И она так и не стала матерью. И, видимо, это ее очень сильно ранит. И, видимо, это ее очень сильно беспокоит, и поэтому тоже есть определенного рода броня. Но при этом каждый человек справляется со своим горем, со своими проблемами сам. И она с ними тоже справляется. Я вообще по натуре оптимист, я не склонна купаться в несчастьях и, так сказать, их раздувать. Я и стараюсь проходить мимо них. У меня хватает достаточно легкомыслия не замечать их. Меня зовут Аслан, я фотограф этого проекта, и я вас буду сегодня снимать. А она в этот момент красила ресницы. Она так продолжает свое действие, опускает зеркало, поворачивается ко мне. С паузами, с длинными паузами. Вот так вот просканировала от макушки головы до ботинок. Посмотрела точно в глаза и сказала: «Выйдите и войдете, когда вам будет позволено». Ой.
чуть пониже макушку головы. Чуть пониже макушку головы. Да, вот так. Да. А направление головы туда, 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 камеру. Красиво. У меня отца дед, он композитор и имел свой театр. Вот, в Перми, оперный. Отца-сестра, вот, которая сохранила дневники, это актриса Александринского театра в Петербурге. Брат его был актером тоже в Казани. А сын этой, мой двоюродный брат, Игорь Козлов, артист театра Станиславского был, к сожалению, ныне покойный. Вот, и сестра тоже, так что это такой... как бы передавалось из поколения в поколение, не говоря о том, что сам отец очень любил выступать и там на концертах, не будучи артистом, а будучи председателем ВОКСа, это Всероссийское общество культурных связей за границей, но бывали там гости всякие, он всегда читал Чехова, Зощенко, очень любил выступать. Я сама вылезала всюду и всех усаживала и тоже очень любила выступать перед всеми. Просто преследовала людей, там, няню, кого-нибудь, чтобы они послушали, отца, чтобы он послушал там стихи, песни. Я очень любила публичные выступления. Мы летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на час. 4 года Великой Отечественной войны, 4 года жизни, обычной жизни простых смертных, верящих в свое бессмертие. Джазовая песенка о подбитом бомбардировщике – живучий, спасительный мотив. В 1941 году Ольге Аросевой исполнилось 16 лет. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове, и на одном крыле. Я когда вспоминаю, я просто удивляюсь. Это было самое веселое время, потому что это молодость была. Да, бомбили Москву, да, мы дежурили, понимаете ли, на крышах, да, мы зажигалки эти бросали в ящик с песком, да, мы песни сочиняли. Вдали шумела затемненная Москва. Но мы это делали весело. Мы это назначали свидания, меняли дежурство, чтобы там, значит, так сказать, в своей компании постоять. Так что я, конечно, когда мы там уже стали ездить в госпиталь, видели раненых и людей, которых привозили с фронта, конечно, это было. Когда на трудовом фронте мы были, рыли окопы, тоже это так, прочувствовали войну, как она есть. А так в Москве мы учились в театральном заведении, сначала в цирковом, а потом в театральном. Были вечеринки, ели шелуху от картошки, мыли, понимаете, горя кипятком с щетками и прокручивали, и делали лепешки картофельные. Это считалось просто царская еда. Это на Новый год, как праздничный стол, как говорится. Вот. И так что находили в себе силы и веселиться даже. А курить тогда не начали? А как же, как же. Вот на трудовом фронте нас прикрепили, значит, к части. И там выдавали солдатский паёк. И вот в том числе такие пачки, это из такой коричневой оберточной бумаги, назывался табак филичёвый. Это среднее что-то между махоркой и табаком. Ну, такие самые части табака. Ну, и самокрутки крутили и курили, значит, изображали. А потом стали курить. Все, кто там был, все потом закурили. Давно бросили? Да. Хватило, слава богу, благоразумия. Ну, просто я испугалась. Мешала работе. Она сказала, мешала работе. Не здоровью, а именно работе. Особенность советского сознания. Здоровье – это так, пустячок, частность. Я для себя. Работа – это я для других. В 1945 году молодая актриса Аросева уехала из Москвы в Ленинград, город, который в то время так нуждался в беспричинном веселье. После блокады Ленинград с трудом возвращался к жизни. Возвращались эвакуированные в холодные сумрачные коммуналки. Ленинградский театр комедии под руководством Николая Акимова
выпускал премьеру за премьерой. И смешное амплуа Ольги Аросевой оказалось тогда исключительно востребовано. Моя мама все время говорила «Петербург» и озиралась, боялась, что ее, так сказать, сочтут врагом народа, что она «Петербург» называет. А я, наоборот, «Ленинград» называю. Не могу привыкнуть. Так вот, а мама из Петербурга. Мама там закончила институт благородных девиц с золотой медалью. Ленинград для меня, вот знаете, как бывает воспоминания о юношеском романе. Это первый успех, первый театр, первый режиссер и, конечно, город, который я люблю и без которого я просто год не могу прожить, чтобы не поехать туда и чтобы не посмотреть эти улицы, все мои знакомые. Вся юность отдана туда. А первая любовь там же была? Конечно, конечно. А если немножко с вами поговорить о любви? О любви? Это вы очень любите об этом говорить. А я, понимаете, в моем возрасте считаю как-то неудобным об этом говорить. Что такое настоящая любовь? Для меня каждая любовь. У меня было 4 мужа, но это было настоящее. Мне казалось, что я любила. Кто эту модель может определить, что это настоящая любовь? Ромео и Джульетта? Так это им было по 16 лет. Это уже в 35 не бывает, правда? А каждый раз ведь кажется, что, так сказать, по расчетам никогда в жизни у меня не было никаких взаимоотношений, поэтому каждый раз казалось, что это любовь, ну, такая или сякая, или любовь ли, она тоже разного рода бывает. Уважаемый Семен Семенович, наступила торжественная минута прощения. Из маленького вороненка ты превратился в добротную ворону, и сегодня мы тебя отпускаем. Хитовая советская лирика 40-х, 50-х, 60-х, 70-х. Пьесу «Таня» драматурга Алексея Арбузова только в московских и ленинградских театрах ставили более сотни раз, не говоря уже о сентиментальной периферии. Тонкая и звонкая, любимая и любящая Таня – роль мечта для всех актрис, зажатых в тиски социалистического реализма. Актриса Аросева была, к тому же, заложницей своего комического амплуа. Однако автор пьесы мечтал увидеть в этой роли именно Ольгу Аросеву, женщину своей мечты. Их роман начался в 1947 году. Ленинградские набережные, сентябрьский туман и рядом то ли девушка, то ли видение. «Я, глядя тогда на вас, и удивлялся этой мгновенно возникшей близости. Осенняя ночь, мост через фонтанку, ваши теплые руки, ваши нежно любимые глаза». Я дотронулся до них рукой и улыбнулся от счастья. После этой встречи маститый литератор Алексей Арбузов долгое время не мог написать ничего, кроме любовных писем Ольги Аросевой. Их сотни. Те, что актриса сумела сохранить, опубликованы в ее книге воспоминаний. Вот это была любовь с его стороны. Конечно, очень большая. Но я говорю, что я была недостойна, я была слишком молода, я это не понимала, понимаете? Я вот только сейчас, читая эти письма взрослого человека, я понимаю, так сказать, его серьезные отношения. А тогда я, очевидно, недооценивала, но я не люблю, когда вот кто-то рассказывает, как его любили. Поэтому я лучше... Он сам, тем более, он замечательный писатель, и поэтому он лучше это рассказал, как, что он чувствовал по отношению ко мне. А я, очевидно, недопонимала и была слишком юна, молода для такого сильного чувства. Не жалеете сейчас? Ну, как сказать, конечно, жалею. Я восторгалась им, как писателем. Мне этот спектакль «Таня» с детских лет я смотрела в школе, ходила ночами, стояла в очередях. Бабанова Марья Ивановна играла Таню в Театре революции, я смотрела. И Арбузов, конечно, для меня был какая-то такая немыслимая величина. После Шекспира уже сразу шел Арбузов. Поэтому я была немножко, так сказать, ошарашена и напугана. Я не смогла полностью оценить. А вы давно не замужем?
Ну, наверное, это как вам дату назвать, я не помню давно. А почему расставались? По разным причинам. По разным причинам. Ну, а что вы думаете, только мужья у меня были? У меня были и друзья. Почему расставались, так же не бывает, чтобы это тоже была одна причина на всех. По-разному. Но я всегда мы оставались друзьями. Я никогда во вражде не расставалась ни с кем. Ни с кем. Мы всегда оставались друзьями и дружили. Всегда. К сожалению, никого не осталось, кто мог бы это подтвердить. Но это так. Вообще никого не осталось уже? В 60-х годов актриса Ольга Аросева умудрилась остаться практически неузнанной, хотя снялась уже в двух десятках фильмов. Один из них – комедийный бенефис Аркадия Райкина «Мы с вами где-то встречались». Аросева играет отдыхающую девушку. С утра мы прошли 15 километров пешком, потом волейбольные состязания, потом на гору лазили, а потом кино, а потом девственное. А потом... Вот она. Или вот. Та или эта. Так или иначе, Ольгу Аросеву окликали на улицах изредка и всегда одинаково. «Кажется, мы с вами где-то встречались». В 1966 году случилось то, что впоследствии станет для актрисы и спасением, и проклятием. Премьера первого советского ситкома. В 1966 году, в разгар холодной войны, Советский Союз принимается заигрывать с дружественными странами Варшавского договора. И во всесоюзном телеэфире появляется «Кабачок 13 стульев». В декорациях польского кафе «Паны и пани» в исполнении артистов Московского театра сатиры актуально острят в прямом эфире, поют и пляшут в ритмах зарубежной эстрады. Безумная шляпница пани Моника и актриса Ольга Аросева мгновенно стали единым целым. Пани Моника. Энергии этой женщины хватило бы на то, чтобы растопить все льды Антарктиды. Но она с успехом использует ее в мирных целях. Добрый вечер, Моника. Боже мой, нет, этот спорт, он все-таки меня доконает. Вы знаете, я так устала, играя в теннис с пани Крапидловской. Не может быть. Пани Крапидловская очень слабо играет. Да, но сегодня у нас на двоих была только одна ракетка. Неслыханные деньги тогда дала нам заработать аж по 18 рублей за каждый выпуск «Кабачка». Для нас это было просто неслыханный гонорар и, конечно, популярность. Популярность, когда люди узнавали, когда люди приходили в театр и раздражали мы всех. Партнеров, руководство театра, артистов других театров. Потому что зритель: «О, пани Моника, пан директор вышел», понимаете? Но и мешало, потому что, скажем, путь в кино был закрыт, потому что уже, так сказать, это было клеймо. Вот пани Моника. Еще Эльдар Рязанов, скрипя сердце, меня как-то снимал. Но и то, значит, приходил в гримерную и смотрел, чтобы никаких завитушек не было, ничего, чтобы прямые седые волосы, вот скажем, в «Стариках-разбойниках», и ничего, чтобы никаких это. Я говорю: «Ну я в театре-то играю другие роли, что же я, ну только пани Монику, что ли, играю?» «Ну, так это вы можете играть, я вам верю, но, говорит, зритель будет вас воспринимать только как пани Монику».
Но это неправда, это недоверие. Зритель прекрасно всегда разбирается. И Спартак Мишулин сыграл свою лучшую роль в кино. Вот в «Белое солнце пустыни» как раз самый пик, расцвет кабачка «13 стульев». Потому что он приезжал со съемок побритый, его закапывали в песок, он надевал парик пана директора и играл. И все его прекрасно воспринимали. Саида играл замечательно. А мама же у вас польских кровей? Да. Как-то вот вы... Польских-польских, да. Я ее копировала во многом там, да. Она по характеру такая, так сказать, самая приближенная к пане Монике. Ко мне она меньше приближена, а мама – это умение обо всем говорить, во все вникать, все знать. Истина в последней инстанции – это так, это то-то. При страшной доброте и юморе, конечно. Но вот это такая, так сказать, активность. Желание принимать во всем участие, это у нее... Ну, собственно говоря, это во многих женщинах есть, потому что в каждом городе, куда бы мы ни приезжали, мы встречали кого-нибудь, который говорил, ой, у нас есть своя пани Моника. Это обязательно какая-нибудь полноватая буфетчица или там продавщица, и это она у них пани Моника. Любопытная история. Ведь когда Татьяна Григорьевна Васильева ушла из театра «Сатиры», и там возник конфликт, и она ушла из театра. Ольга Александровна Аросева подошла к Плучику, художественному руководителю театра «Сатиры», и попросила роль на минуточку. Роль, понимаешь, не кого-нибудь, а Раневской. Ольга Александровна Аросева попросила у Плучика роль Раневской. Он ей не дал сыграть. В спектакле «Вишневый сад». Хотел бы я это увидеть. Я думаю, что это была бы революция. Значит, там что-то гораздо глубже, чем вот, собственно, демонстрирует экран. Ее кабачковая слава все же была спасением от бесконечных эпизодов, которые стали ее официальным проклятием в Московском театре «Сатиры». Ольга Аросева поступила в труппу этого театра в 1950 году. Тогда она была рада любому предложению в родной Москве. Актриса-беженка, прима Ленинградского театра комедии, буквально убегала из Ленинграда. После войны отец народов настойчиво выделял в своих речах один народ как самый выдающийся – русский народ-победитель. И также неустанно обличал все иностранное, западное, буржуазное. Руководитель Ленинградского театра комедии Николай Акимов всегда был поклонником английской и французской драматургии. Николай Павлович Акимов был интереснейший театральный деятель, великолепный декоратор, художник, режиссер. И там я вот впервые столкнулась с этим ужасом, с предательством, когда, значит, обвинили его в космополитизме и заставили коллектив проголосовать, чтобы его уволили. И, так сказать, проголосовали все за исключением двух людей. Это была я и артист Смирнов. Когда труппа себя показала ужасно просто. Для меня это было таким открытием, когда люди, которые еще вчера кланялись Николаю Павловичу, вдруг они... Он космополит, он меня заставлял формализму. Какие-то слова говорили. Для меня это было так удивительно. Я впервые столкнулась с такой... открытой формой предательства. Меня это потрясло, я помню тогда. Вот прямо как будто у людей клыки выросли, понимаете, вот так вот. И вы, конечно, не могли остаться в этой труппе. Да я и не могла остаться, и они не хотели. Они тоже, так сказать, предложили мне уйти. Потому что я не подняла руку за исключение Акимова. Я наивно полагала, что надо говорить правду. Так меня учил отец. Я не верила в это. Что такое космополит? Понимаете ли, вообще, конечно, мое поколение, оно настолько было в течение всей жизни, меняли идеологию, меняли, понимаете, понятия какие-то, меняли ценности, что, конечно, могли задурить голову совершенно.
И тут просто надо было сохранять просто какой-то здравый смысл и понимать, что надо говорить правду. Но если ты не веришь в это, зачем же я буду поднимать руку и говорить, если я не верю, я не понимаю этого. Ну, это было наивное рассуждение, конечно. Ну, я бы и сейчас так сделала. Я сейчас понимаю, что это наивно. Но я просто не могла бы иначе. А сколько у вас вообще сейчас ролей в театре сатиры? Три. Как пришить старушку, идеальное убийство и триумф на триумфальный. Вам достаточно или еще хочется? Да, вполне. Вполне. Конечно, новое всегда хочется что-то, потому что, конечно, вот, скажем, 15 лет играть старушку, я очень люблю этот образ, этот спектакль, но, конечно, уже 15 лет – это много. А что-то новое, конечно, интересно. Кружится голова от того, когда ты стоишь на сцене, и когда зритель тебе хлопает, как вот вчера в Ленинграде, и встал в конце, и хлопают, и кричат «Браво!». И во время того, как ты играешь, ты слышишь смех, а иногда всхлипывание. Понимаешь, что там кто-то плачет. Вот от этого не кружится голова, а от этого прибавляются силы. О Боросевой все всегда говорят с восторгом. В театральной, в киношной тусовке. А Ольга Александровна, Ольга Александровна. Потому что если показать вот реально список людей, кому помогла Ольга Александровна, он будет переваливать тысячи. Помогла? Да, потому что долгое время Ольга Александровна занималась квартирами, она строила кооперативы. На Садово-Кудринской дом, который там с энергией Ольги Александровны через Союз театральных деятелей пробила, чтобы молодым артистам построили кооператив. Недалеко, кстати, от нашей студии, где мы с тобой видимся каждый день, стоит этот дом, где, собственно, живут артисты, и все каждый день просто молятся спасибо Боросевой за нашу счастливую жизнь. Кто ваша семья сейчас? Бесконечное количество племянников. А у меня детей нету, следственно, и внуков нету. Ну вот, сестра единственная, Елена осталась, значит, вот старшей сестры нету, младшей сестры нету, брата сводного нету. Но вот их дети, племянники в большом количестве существуют. Навещают вас? Да. У нас есть день, 24 июля. Это Ольгин день, именины. Это моя мама была, Ольга тоже, и я Ольга. И моя мама умерла в этот день. И мы всегда в 12 часов собираемся, все, кто есть, на кладбище. Мы отмечаем этот день, поминальную службу делаем и, так сказать, собираемся все вместе. Всегда почти все приходят. Тут как-то у меня брали интервью такое, прямо нарисовали картину дико одинокую. У меня нет одиночества, у меня есть дом-театр. И у меня есть, так сказать, семья. Вот семью я реже вижу, чем моих товарищей по театру, понимаете? Поэтому это моя семья. Это театр и это дом мой. И, к сожалению, я не вижу, я ничего не делаю такого старческого. Я бы с удовольствием это делала, но в жизни не приходилось это ничего делать, поэтому я не умею быть старой, понимаете? Не умею. Не приспособлена к этому. Я, будучи в Новопеределкинском рынке, как-то вознамерилась купить кислые капусты. Мне сказали, у нас бутницкая берёшь. Когда я стала пробовать капусту, сказали, у нас бутницкая берёшь капусту. Что вы пробуете? Что вы пробуете? Да. Ольга Александровна Аросева, даже глава маленького такого объединения творческого, внуковские бабушки, она соседка Лия Хиджакова и Алла Будницкая. Они живут практически на одной территории, встречают вместе праздники, друг друга ходят в гости. Это вот попытка тоже создания своего интимного пространства, такого микроклимата, в котором тебе хорошо. Там живут твои близкие подруги, там живут актрисы, которые тебя понимают так, как никто другой. И вот Ольга Александровна в этом своем внуковском хозяйстве, в этом обаятельном месте, где живут три выдающиеся актрисы, тоже такой лидер, тоже такой идейный вдохновитель. Ну, такой председатель колхоза. Да.
Ольга Александровна Аросева, 85 лет. Она всего на 3 года младше Союза Советских Социалистических Республик. Женщина, чья история – это и есть история страны. Оптимистическая трагедия. Незадолго до ареста в 1937 году отец Ольги Аросевой написал письмо своим детям, своим 3 девочкам. Письмо завещания. «Дети, не живите так, как я. Я был недостаточно смел по отношению к самому себе. Страх делает человека зверем, бесстрашие – Богом. Прошу вас, дети, развертывать свои таланты вовсю и на глазах у всех. И будьте всегда до жестокости откровенны сами с собой». Вы все выполнили? Да. Я могу сказать «да». Не зная, что он это завещал, но получилось так, что мы выполнили то, что он завещал. Во-первых, он очень переживал, что у него одни дочери, и что у него нет сына, и что род его, так сказать, не будет фамилии, не останется. Но мы никто не поменял фамилию, хотя и профессия позволяла, и мужья были, можно было поменять. У нас 3 дочери, мы никто не поменял фамилию. Во-вторых, мы остались, все занимались творческой профессией. Чиновничьи государственные службы не входили. Сестра актриса, другая сестра, старшая сестра, член Союза писателей, переводчик, написала книгу об отце. Вот, средняя сестра в Омске, заслуженная артистка, я тоже артистка. И, так сказать, никто не менял свою судьбу и то, чего хотел отец. Чуть пониже макушку головы, а взгляд такой же величественный. Кадры я их сделал в таком порядке, когда она сначала актриса, потом в глазах появляется юмор, потом появляется фарс, она корчит рожицу такую смешную, потом показывает язык, я это называю портрет Эйнштейна, и потом снова, и потом такое кокетство. Ну, мне кажется, вот в этих 5 фотографиях мне удалось поймать суть этой актрисы. Удивительный человек.